Кабяйском районе в Арыктахском наслеге состоялся третий слет экологов под названием «Сохраним природу Кабяйского улуса». События приурочили к году экологии в России, рассказывает Татьяна Владимирова. Торжественное открытие третьего слета экологов началось с традиционного обрядного приветствия всех участников. Делегации школ приехали из поселка Сангар, наслегов Кабяй, Мукучи, Кокуй, Тея, Ситте, Сегенкюль, Люксюгюн, Чагда, Мастах, Арылах и Багаджа. Всего приняло участие более 100 детей и взрослых. На общем построении юные экологи торжественно вступили в ряды всероссийского движения «Зеленые пионеры». Видно, что у них есть интерес, у некоторых ребят видно, что они этот интерес развили и дошли до, ну, скажем, может быть, даже до научных работ хороших. Научно-практическая конференция по теме экологии Кабяйского улуса работала по 6 различным секциям. В рамках слета также прошел выставочный конкурс поделок по теме рыболовства и изделий из ненужной бумаги, газет, пластиковой посуды, отходов, доходы. Педагоги и дети очень постарались и представили самые разнообразные предметы и одежду. Чувствуется, что в Кабяйском улусе вопросам охраны окружающей среды уделяется очень большое внимание, что вот год экологии, этот большой слет даст новый толчок для реализации новых проектов, которые сегодня были предложены для внимания вот всех тех участников, которые сегодня были. Во второй половине дня на пленарном заседании все гости выступили с докладом на образовательно-экологические темы, заслужили школьные проекты «Кабяй. Край озер», в котором каждая школа представила свои закрепленные озера и рассказала о проведенных исследованиях и работах. Слет завершился конкурсом экологической моды «Эко-стиль» и гала-концертом участников. В итоге всех победителей третьего слета экологов Кабяйского улуса наградили дипломами и ценными призами. Татьяна Владимирова, НВК «Саха», поселок Сангар.